Друзі, мої вітання. Мене звати Ігор Гаврищак. Це YouTube-платформа 24 каналу. Представляю вам нашого гостя, політтехнолог Михайло Шетельман. Пане Михайло, вітаю. Здравствуйте, Ігор. Здравствуйте, зрителі. Пане Михайло, звичайно ж, давайте розпочнемо з Каховської гідроелектростанції. Наслідки, звичайно, просто катастрофічні. Всі фото-відео бачили, що зробили окупанти. Я би хотів розпочати з реакції, власне, наших союзників і партнерів України. Тому що, пане Михайло, мені здається якимось дивним те, як відреагували Шольц, Макрон, Ріші Сунак, Столтенберг. Тобто вони не засудили дії Росії. Хоча Володимир Зеленський після цього підриву сказав, що ми напередодні передали інформацію нашим союзникам, що Росія планує підірвати Каховську ГЕС. Ніхто з світових лідерів не сказав, що це Росія. Просто вони були дуже стурбовані. Ну да, к сожалению, они ведут себя не как политики сейчас, а как какие-то юристы, не знаю, судьи, следователи. Ведь политический вывод какой? Вот если не брать никаких юридических, политический вывод простой. Кто отвечает за эту станцию? Российская Федерация. Кто оккупирует эту станцию? Российская Федерация. Все. С этой точки уже больше ничего не важно, не надо пытаться разбираться. В любом случае, вся ответственность уголовная, финансовая, какая угодно, международная, вся лежит на РФ, на россиянах. Вот. В этот момент, мне кажется, политики могли бы сразу заявить о российской вине и осудить Россию. Осудили ее другие наши союзники, более близкие. Страны Балтии все, как одна, осудили именно Российскую Федерацию. Кстати, Израиль, министр иностранных дел Израиля заявил, что это Россия подорвала станцию. Шарль Мишель заявил, что это Россия подорвала станцию. А остальные вот эти лидеры больших стран наших союзников сказали, что пойдут изучать данные разведки. Это до боли, конечно, напоминает историю про Боинг в небе Донбасса, который россияне сбили. И это знал весь мир, что они это сбили. Но 8 лет выяснялось, и нашли стрелочника в лице, значит, Гиркина, которому присудили пожизненное заключение. Хотя понятно, что команда отдавалась из Кремля. Ну вот это может попахивать тем, что так будет тоже и сейчас. Ну, скорее всего, так не будет. Быстрее определяться. Хотя, к сожалению, в любом случае момент немножко потерян. И непонятно, вот что, собственно, что остальные страны теперь сделают с Россией за это. Это применение оружия массового поражения. Это геноцид, это экоцид. Что еще нужно-то? Вот это спорный вопрос. Не знаю, что будет. До речі, пане Михайло, якщо ви гарну аналогію провели з збиттям Мін-17, так? Тому що тоді також на початку Гіркін кричав, що ура, ми збили військовий літак українців. І тут так само було. Вночі перед, от в 3:10, очевидно, не всі окупанти на першій лінії знали, що Росія буде підривати Каховську ГЕС, і вони почали в пабліках писати, от ми зараз затопимо. А потім їм вже сказали, що мовчіть, тому що це будемо подавати як диверсія з боку України. Мене цікавить наступне питання. От ви кажете, що реакції ніякої немає. Ну, тобто не ви кажете, ви констатуєте. І відповідно, чи це не розв'язує руки Росії? Тому що ми знаємо прекрасно, що ще два об'єкти заміновані. Це є в Армянську Титан-завод і Запорізька атомна електростанція. І відповідно, Росія зараз усіма способами хоче зупинити цю війну. Хоче мати оперативну паузу, тому що вони ніде не мають переваги. Чи відважиться Росія, не дай Боже, щось зробити з Запорізькою атомною електростанцією? Ну так, да, звісно, не бачу препятствий для них взагалі в цьому. Собственно, росіяни пойдуть на все. Вони можуть і ядерну бомбу приміняти, і атомну станцію взривати. Ну, у них же немає якихось ограничень. А що їх остановлюють? Непонятно. Все, що вони можуть зробити технічно, вони готові осуществляти. Поки ми не уничтожимо всю армію Російської Федерації, а потім ще й саме государство, они будут так делать, да. Ну, первым делом надо убрать их с наших земель, чтобы они не могли этого сделать здесь. Ну, конечно, да, конечно, они взрывали это ровно для того, чтобы остановить войну, чтобы вынудить всех пойти на перемирие. Ну, наша реакция должна быть той, которая, собственно, и есть, что ни при каких условиях, ни о каком перемирии быть не может речи. Если далее говорить про Каховскую ГЕС, новообраний, переобраний президент Туреччини Ердоган запропонував свої послуги. Він сказав наступне, що він готовий надати створити комісію, яка буде розслідувати те, що трапилось на Каховській гідроелектростанції. Як ви вважаєте, це є позитивний сигнал, бо все, до чого був дотичний
Ердоган і Туреччина в війні Росії проти України, все було нібито на наш бік. Та? Босфор, Дарданели, обмін заручниками, зернова угода. А нам зачем эта комиссия? Нам какой смысл? В ней что, будет Украина и Россия вместе взяты? Я так слышал, что там идея была, что будут и представители Украины, и представители России. Не может быть сегодня никакого органа, собственно, и не существует, где есть представители Украины и представители России одновременно. Но этого нет. Как вы представляете себе совместную работу украинских и российских представителей в какой-то комиссии? Это невозможно просто. Это все же переговоры с ними вести. Поэтому это может быть только комиссия как бы третьей стороны, какой-то Турции, да? А кто сказал, что россияне допустят и не будут заметать следы и будут пускать везде? Когда мы это освободим, тогда, пожалуйста, создавайте любые комиссии. Но пока это под Россией, как мы проверим? А как мы проверим? Что туда, украинские представители поедут на эту самую, на оккупированную территорию? Но это нереально. Почему тогда должны верить выводам этой комиссии, из кого бы она ни состояла? Нет нам совершенно никакого интереса в том, чтобы создавать какие-либо комиссии, с участием, ну, которые будут действовать на территории оккупированной Российской Федерации. Зеленський, спілкуючись з пресою українською, сказав наступне, що згадав Туреччину і сказав таку різку фразу, що ми би хотіли більше очікувати від Туреччини в плані зброї. Як ви вважаєте, чому саме виокремив Туреччину Зеленський? Ну, видимо, сначала, в начале войны там действительно были какие-то поставки. Мы помним Байрактары, мы помним бренд-транспортеры. А дальше страна НАТО, и как бы вот хочется от них что-то получить. Но есть еще один нюанс, возможно, о чем шла речь, я так думаю. Это история про испанский патриот, так называемый. То есть есть сейчас история в том, что вот мы получили две или три системы патриот. Ну, имеется в виду, три мы юридически получили, а по факту мы не знаем, две или три. Но сейчас есть совместное усилие Украины и Нидерландов, мы вместе пытаемся с Испанией получить комплекс «Патриот». У Испании всего два комплекса «Патриот». Один охраняет непосредственно какой-то регион в Испании, а второй находится в Турции и как бы в рамках сил НАТО обороняет какую-то часть Турции. И вот речь идет про этот комплекс, который находится в Турции. Но чтобы испанцы его могли забрать, Турция должна дать свое согласие. Потому что Турция говорит, нет, у нас есть договор на размещение этого комплекса, и мы не собираемся его как бы отменять и отдавать, потому что он защищает наше небо. Ну вот, я думаю, что к Турции вопрос про этот Патриот, который нам так нужен. Пане Михайло, от, до речі, зараз активна тема в соцмережах між блогерами, між українцями, які інфлюенсерами, які мають вплив, от, що пам'ятаємо, як була деокупація Херсонщини, наш ГУР і Міноборони просили тримати тишу. І зараз нарікають на наступне, що занадто велика тиша, занадто великий інформаційний вакуум щодо наших контрнаступальних дій. І саме цей вакуум заповнює російська пропаганда. Саме тому створюється прецедент, що є різні думки стосовно, а хто ж підірвав Каховську ГЕС. Не только в этом вопрос. Кто подорвал Каховскую ГЭС, я не знаю, есть ли в Украине разные мысли. Я не встречал людей с другими мыслями, кроме как то, что это россияне, это само собой. На международной арене, я думаю, что ни наш голос, ни голос россиян, как бы сильно-то прямо уж не слышен. Там как бы своих хватает, вот есть свои средства массовой информации. Они ведут себя по определенным стандартам западным этой журналистики, и так и будут рассказывать, пока не будет юридических выводов. То есть тут мы тоже сильно не повлияем. Мне кажется, то, что сейчас ведет в соцсетях спор, это, собственно, о контрнаступлении. То есть о том, что наше военное командование соблюдает режим тишины во время контрнаступления. А вот, в свою очередь, российские пропагандисты, они такой, естественно, режим не соблюдают и постоянно запугивают нас тем, что вот там уничтожено чуть ли не все ВСУ, уже уничтожено на Запорожском направлении. Вот сегодняшние тексты Стрелкова, если почитать, просто катастрофа украинской армии. То есть чем больше читаешь, тем хуже. Туда же подключились российские всякие спикеры, даже более-менее либеральные, тоже запугивают в результате. Случайно, как бы они же тоже читают одни и те же источники, начинают на их основании рассуждать об успехах или неудачах украинской контрнаступательной операции. Ну, мне кажется, да, это действительно влияет на боевой дух вот просто людей вокруг меня. На мой тоже. Я поэтому с трудом держусь и пытаюсь поддерживать остальных.
До речі, ви згадали про пропагандистів, хотів пізніше це питання підняти, але згадати хочу Марго Сіманян, тому що це така затята, хто не знає, я думаю, всі знають, пропагандистка пропутінська, яка несе дуже багато всякого різного. І останнє, що вона сказала, дуже дивне, тому що спочатку вона всю Україну дуже легко захоплювала, звичайно, язиком. А тепер то останнє, що вона сказала, пане Михайло, що давайте на окупованих територіях, хто не хоче, то ті території віддамо, хто там живе. Ну, може, проведемо референдум, як вони там висловляться, туди хай ця територія і відходить. Чи я правильно розумію, це ж для російської пропаганди величезний крок назад? Да, действительно, но он сделан совершенно осознанно. То есть есть сегодня какая генеральная линия путинская? Путинская генеральная линия состоит в том, что надо срочно заключить договор о перемирии. И, собственно, Симонян даже ссылалась в этом своем спиче на индонезийский мирный план, так называемый, mm-hmm. который уже неделю назад опубликован, ну, который, вернее, провозглашен министром обороны Индонезии. План абсолютно идиотский, то есть прямо вот именно идиотский, да, как будто специально идиотские его писали, а не индонезийское правительство. Согласно этому плану, значит, войска должны быть отведены с обоих сторон линии фронта. Каждая сторона должна отвести войска на 15 километров, и туда зайдут индонезийские войска. Я вот взял, посчитал простую вещь, кстати, сегодня. Ну, предположим, не знаю, что это такое за ерунда, но кто-то решил такое сделать. У нас линия фронта 1200 километров, насколько я помню, плюс-минус, да? Ну, вся линия разделения. Значит, 1200 километров, и вот мы на 15 километров мы отвели, и россияне отвели. Какая получится площадь этого участка, откуда отведены войска? Значит, 1200 умножить на 30. Это 36 тысяч квадратных километров. Понимаете, сколько это? 36 тысяч квадратных километров. Ну, для, например, площадь Крыма 27 тысяч квадратных километров. То есть это получится некие целых две области Украины полноценных. Вот в этом коридоре, да, будут находиться, в котором находятся, будут находиться индонезийские войска. Это сколько им нужно войск, чтобы удерживать, например, россиян на площади размером в две области Украины? Ну, не знаю, нам понадобилось для этого 500 000 человек. То есть сюда что приедет? 500 000 индонезийских солдат? Дальше, соответственно, согласно этому плану, нужно провести референдумы. Почему-то вот в этой колбасе протяженностью 1200 километров нужно провести какой-то референдум, кому она принадлежит. Ну, то есть полный бред и абсурд. Но Симонян на это ссылается, что, дескать, давайте вот прямо сейчас перестанем стрелять, проведем эти референдумы. И она о чем говорит? Что, ну, какие-то области сдадим, зато, в общем, выиграем войну. И потом уничтожим Украину, получим такую возможность. Ну, вот это их генеральная линия. И они показывают, как бы, смотрите, какие мы голуби мира, показывают россияне. И несут этот месседж через Индонезию, через там Папу Римского, через Орбана, через кого угодно. Через президента Бразилии они несут вот этот месседж, что давайте, даже через своих либералов, знаете, всяких там явлинских, главное прямо сейчас перестать стрелять, чтобы прекратилось кровопролитие. Выведите войска, прекратится кровопролитие. Тут же простой ответ, что думать-то. Пане Михайло, якщо згадувати заяви, навіть не заяви, згадувати літній саміт в Вільнюсі НАТО, ми з вами вже не раз про нього згадували, він вже на носі. І от колишній генсек НАТО фон Расмуссен сказав цікаву річ, що якщо ніякого рішення не буде прийнято стосовно України на Вільнюському саміті, а ми реалісти, ну, ніхто нас там не візьме, тобто не процедури ж навіть не встигнемо виконати, то окремі члени Альянсу можуть ввести війська в Україну. Як ви оцінюєте цю заяву? Тому що вона мені трішки, ну, я завжди оптимістично налаштований, але це з розряду фантастики для мене. Звісно, я абсолютно уверен. Я почитав цей текст в газеті, і наскільки я його зрозумів, да і взагалі, як би я ізначально так зрозумів, що він мав в виду після війни. Тобто не зараз будуть введені війська, а после войны будут введены войска. И это видится как некое реалистичное решение. То есть, предположим, 31 страна НАТО не достигла единого согласия на тему принять Украину в НАТО. Если бы нас приняли в НАТО, то принятие в НАТО – это же не только бумажку подписали. Это физически разместили здесь военные базы НАТО. Ну вот как, почему в Турции находится испанская система противоракетной обороны «Патриот»? Потому что это НАТО. Так на нашей территории тоже находились бы испанские патриоты, американские танки в Донецке и Луганске.
британский флот в Севастополе, авиабазы там кого-нибудь, не знаю, Нидерландов и Франции находились бы где-нибудь в Полтаве, понимаете? Вот так бы выглядела Украина, если бы нас приняли в НАТО. А то, что говорит Расмуссен, смотрите, если 31 страна не сможет договориться, то 20 стран, например, или 10 стран, которые договорятся с Украиной о таком же точно сотрудничестве, могут просто расположить здесь свои военные базы и свои войска. Потому что Украина же имеет право пустить любые военные базы и любые войска на свою территорию. Вот о чем сегодня, я думаю, говорил Расмуссен. И, кстати, сегодня Кулеба, Дмитрий Кулеба давал пояснение, как бы не по этому вопросу, а в целом о перспективах вступления НАТО в войну. Он сказал, нет, нет такого, такой ситуации, что НАТО вступит сейчас в эту войну. Вот. Я думаю, что это и было разъяснение Кулебы по выступлению Расмуссена. Ну, единственное, что поправлю, ну, понятно, что если Россия сама нападет на НАТО или же применит ядерное оружие, тогда НАТО вступит в эту войну, да. А, тобто, пане Михайло, ви справді вважаєте, якщо Росія застосує тактичну ядерну зброю, та, там, на якійсь частині території України, НАТО буде відповідати? Да, мы услышали про это несколько гарантий, во-первых. Ну, начнем с простых даже слов, которые были сказаны министром обороны Великобритании, министром обороны Соединенных Штатов Америки. Что сначала они объявили, что будет ответный ядерный удар. Потом говорили уже о том, что не ядерный удар, но тоже ответный. То есть об ответном ударе говорится однозначно. Ну и, наконец, конвенция о нераспространении ядерного оружия 68 года обязует и США, и Великобританию, и Францию, и Китай нанести ответный удар по Российской Федерации. Ви згадали Дмитра Кулебу, хотів би запитатися, тому що Дмитро Кулеба емоційно відреагував на ООН, так, і заклики від ООН, що вони вже дістали своєю бездіяльністю. Пане Михайло, як ви вважаєте, що можна зробити з цим ООН? Тому що структура, яка висмоктує мільярди з членів, які є в цій структурі, але ну ми ж бачимо, абсолютно бездіяльна і недієва. Значит, с этим ООН уже ничего сделать нельзя, несите следующее, это ООН сломалось, к сожалению. Действительно, так как в силу недоразумений всяких в составе постоянного члена Совета Безопасности ООН оказалась страна, которая там не может находиться, не только потому, что она террорист даже, а потому, что она просто является какой-то маленькой провинциальной страной, и почему она в составе постоянного члена Совета Безопасности, и почему она имеет право вето, это совершенно не просто неочевидно, а противоречит любому здравому смыслу. И, как это говорю я, что любому здравому смыслу, а как говорят взвешенные политики, как то представители США, Турции, Индии, они говорят, что этот состав постоянного члена Совета Безопасности не соответствует нынешним реалиям нынешнего мира. Не соответствует, потому что ООН начиналось с того, что в этом постоянном членом Совета Безопасности были 5 стран, которые представляли население Земли. Наибольшая часть населения Земли проживала в этих 5 странах. Это были 5 самых населенных стран мира. Великобритания. Население Великобритании после Второй мировой войны было, там, грубо говоря, 1 миллиард человек. Понимаете? Потому что туда входила Индия, Кения, Нигерия и еще много кто. И все это была Великобритания. Население Франции тоже составляло сотни миллионов со всеми ее колониями. Население Советского Союза составляло после Второй мировой войны тоже сотни миллионов людей. Ну, не помню, сколько там было. Вот. И поэтому это были самые большие страны мира. А сейчас-то нет. Сейчас там две действительно. Ну, первая по населению, вторая по населению, третья по населению, то есть Китай и США. Первая по населению вообще не входит. Потом вдруг Великобритания, Франция, ну, хотя бы богатые страны, хотя бы из G7. И потом бедная и небольшая Россия. Вот непонятен принцип, по которому там находятся сегодня страны. Хочу згадати про Кадирова, пане Михайло, і те відео, яке він з себе запостив в Телеграмі, тому що він представив техніку. Ну, звичайно, він там сказав, що буде з цією технікою, своїм Ахматом брати півпланети, і це так звучало, як завжди. Тік-ток, запис, що-що, а їм вдається. Але він продемонстрував там техніку, яку вони закупили, і серед них 128 одиниць китайського виробника Шанхай Бау Спешал Вечелос там мануфактурінг. 128 одиниць справді китайської броні. Питання, як вони закупили, це відкрите питання, але сам факт, що вони її мають, чи це може означати, що Китай справді продає зброю Росії? А що там за техніка? Я просто не бачив. Оце такі, як хамери, можна сказати, вони на вигляд. А, тобто автомобілі, грубо говоря. Броньовані автомобілі.
Ну, бронированные машины-то купить можно и так. Это же не обязательно военная техника. Ну, купите броневик на любом свободном рынке. Это действительно продается не в военторге, а в гражданском магазине. То есть вопрос танки, там, пушки, эта штуковина не может стрелять, наверное. Если бы она могла стрелять, я не знаю просто. Если она не может стрелять, то это не военная техника. Купили и покрасили в хаки. Вот, вот и все, я думаю. Да, вот и весь механизм поставок. А якщо говорити про... Я не знаю, чи назвати його ворогом чи товаришем Кадирова, тому що вони один тиждень товаришують, інший сваряться. Пригожин, як ви вважаєте, оці от останні його заяви офіційні, він там розносить, от останнє відео, яке він записав, він там розносить і Міноборони. Яка мета зараз Пригожина? Тому що він каже, що він виводить війська з української війни. І от, каже офіційно, що він буде докомплектовувати, перенавчати, дозбирувати. Дехто каже, що він вже більше не з'явиться на цій війні. Дехто, він сам пропонує перейти в Бєлград. Чому в Бєлград? Це уникнути поразки в українській, на українській землі, тому що в Бєлграді діє два легіони нечисельних. Взагалі, яка його мета і його майбутнє, на вашу думку? Ну, учитывая, что он развернул настоящую политическую предвыборную кампанию в России с радиороликами, с баннерами в соцсетях, с бумажными объявлениями, что он уже провел несколько выступлений таких тестовых, а запланировал огромный тур по России, который круче, чем у Филиппа Киркорова, то этот человек сейчас пытается заручиться такой общественной поддержкой, настоящей поддержкой российского народа. Ну, учитывая его все данные, которые есть у него изначально, у него есть сегодня, наверное, самая сильная армия в России, это раз. Второе, у него есть достаточно много ресурсов финансовых, потому что у него есть несколько африканских стран, которые могут питать его предвыборную кампанию и военную кампанию одновременно. То есть все это построенная достаточно хорошо империя целая бизнесовая. То, в принципе, вот ему осталось народную поддержку, и он сможет претендовать на власть в России. На власть в самых разных проявлениях. На самую высшую власть. У него может появиться соблазн стать президентом Российской Федерации или диктатором Российской Федерации. Может он захотеть быть не сам, как бы не публично, а за кулисами, то есть поставить кого-то на царство, а сам сидеть рядом. Такое тоже может быть. У него для этого все есть, он сейчас ровно к этому готовится. Зачем ему воевать Пригожину, воевать сегодня в Украине? Что он здесь может выиграть? Выиграть ничего, только потерять часть своей армии, только потерять часть своих ресурсов, потратить ресурсы. На что? Его победит Россия в этой войне или проиграет, ему вообще все равно. Его гораздо больше интересует Якутия с ее алмазами, там, Тюмень с ее нефтью, но никак не Украина, как какой-то ценный ресурс. Поэтому да, он сейчас сберегает свою армию для предстоящей войны внутри Российской Федерации. И уже угрожает, как мы слышали, захватить Белгородскую область. А если он захватит, например, то есть, как он сказал, если за 2-3 недели вы не очистите ее, я туда приду. Вот он туда придет, зачем он ее потом кому-нибудь будет отдавать? Не то, что ему нужна Белгородская область, там, скорее всего, одни нищеброды и алкаши, там просто больше ничего нет, но если он ее захватит, то зачем уж отдавать-то? Пусть будет, как говорится, территория, там же можно располагать свои лагеря, как-то так, я думаю. То есть это все начало борьбы за власть, даже уже не начало, а скорее серединка. Ну, до речі, пане Михайло, ви не вважаєте, що це є прецедент, що от зайшли два легіони нечисельні, невелика кількість техніки в Білгородську область. Спочатку губернатор Білгородської області відмовляється забирати військовополонених, а потім взагалі записує відео, де каже: ну, товариші, да, ми не контролюємо всі міста в нашій області. Це може бути прецедент для того, що на місцях губернатори подумають: слухай, ну а на що нам слухати вертикаль і владу з Кремля, якщо ніхто нічим не допомагає і нема чим помагати, тому що вся техніка і вся сила в Україні? Ну да, так і є. В общем, другої ніякої армії у Російської Федерації нет, кроме той, которая в Україні. І легко убедились эти силы, как сказать, вооруженной российской оппозиции, зайдя в Белгородскую область, что их там сильно никто не встречал. А тот же губернатор Белгородской области сказал, что вот мы эти города больше не контролируем, или поселки, не знаю, как они там называются. Вот мы их больше не контролируем, поэтому туда зайти не можем, вы уж сами как-нибудь оттуда эвакуируетесь. Это то, что было сказано губернатором. Поэтому другие губернаторы, ну, до них пока не дошло, они сидят, у них там надо деньги воровать, свои дела есть, они заняты, я думаю. Ну, а они в любом случае уже давно не делают ставку на центральную власть. Их центральная власть не сильно интересует.
То есть они понимают, что она помогать не придет. Она придет за деньгами в любой ситуации. Вот. Поэтому они вряд ли сильно на нее полагались. Пане Михайло, таке питання, воно до болю затерте, банальне, і формулювання його вже всім, напевно, набридло. Воно передає видання Bloomberg, що оточення Путіна, еліти, як їх називають, вже реально втомилися від того, що робить Путін, що робить силовий блок, Міноборони, і вони шукають якихось варіантів, аби заморозити, ми з вами говорили та про Сімані, заморозити конфлікт цей. Чи можна вірити в те, ви вірите особисто в те, що от є оточення Путіна, яке собі дозволяє думати, задоволені, незадоволені, втомилися чи не втомилися ми від війни і від рішень діда? Да, конечно, я думаю, что Bloomberg прав, он там ссылается на них людей, с которыми он разговаривал, но в целом-то это было бы как бы вполне объяснимо. Там очень мало людей, именно в близком окружении Путина, так получилось, которые извлекают выгоду из этой войны. Например, Шойгу с Герасимовым, я думаю, извлекают выгоду из войны просто чисто финансовую. Представьте себе количество миллиардов долларов, которые они успели украсть за время войны. Это же просто дополнительные прибыли, тупо себе в карман. Поэтому там у этих людей все нормально. Но те, кто живет с нефтянки, с металлургии, с какой-нибудь, не знаю, там, какого-нибудь теплоснабжения, они теряют деньги из-за санкций. Поэтому, конечно, им неинтересно то, что Путин творит. И, конечно, они недовольны. И, конечно, они хотят вот этого перемирия в срочном порядке, да. И слушать старого дедушку, который, как выяснилось, дедушка-мудак, да, как сказал нам Пригожин, слушать и ждать, пока он там будет воевать, им зачем терять свою все еще, пусть не молодую, но еще продолжающуюся жизнь на все это. Пане Михайло, Лукашенко знову відкрив свого рота, і він сказав наступне, що він говорив про Росію і про Білорусь, і може так сказати, офіційно спалився вкотре, що він також бере участь в цій війні, тому що він сказав, що вони зробили подарунок Заходу, бо вони загрузли в цій війні. И, власне... Да, да, я видел, конечно, что он так неожиданно совершенно вроде как сказанул, получается, что он тоже в этой войне застрял. Ну, знаете, он каждый день уже несет какую-то околесицу. Ну, реально, человек уже совсем как бы трудно комментировать его слова. Он там то Калининградскую область к себе присоединил, то он там что еще у него было. Я не вспомню уже все его. Каждый день что-нибудь новенькое. Поэтому всерьез на его слова опираться в каких-то там анализе, прогнозах. Он несет, просто изображает психбольного, мне кажется, перед Путиным. Что он вообще ничего не соображает, ничего не помнит. Вот он, Путин, зато Путину вечером, он же каждый день с Путиным, я думаю, разговаривает. Вот ему есть что рассказать сегодня Путину. Смотри, Володя, как я им всем врезал. Вот это все, это, я думаю, его главная позиция сейчас. Нет у него, он потерял все. У него нет инструментов влияния на страну, на ее территорию, на ее вооруженные силы. Снаряды он продал в Россию. Ну, за какие-то деньги, или за хлеб, или, не знаю, там, за мясо, ну, вот, или за газ. Поэтому у него, собственно, ничего нет. Вообще, вот в наш момент, когда сейчас начинается, собственно, смута и гражданская война на всей этой российско-белорусской территории, Лукашенко-то остался безоружным, на самом деле. Потому что он отдал всю свою армию на откуп россиянам. Базы отдал, эти тренируют россиян, снаряды уже используются на Донбассе. То есть у него больше ничего нет, он голый и босый теперь. Ну і союзне государство не має чим помогти, бо сама не має чим захищати свої території. Пане Михайло, якщо говорити про, ну ми вже згадували в попередніх розмовах, F-16, які нам все ж таки пообіцяли, передадуть, будуть навчати. Але ми розуміємо, що цих літальних апаратів у нас не буде як мінімум на перших стадіях контрнаступальних дій. Очевидно, які вже розпочалися безпосередньо. Яка тоді мета цієї допомоги? Тому що зараз... на вагу золота саме ця авіація, і чому її нам пообіцяли так пізно, і який розрахунок наших партнерів, аби їх надати нам після активної фази на фронті? Ну, ви ж не думаєте, що це буде остання активна фаза на фронті. Сьогодні було дослідження, агентство «Рейтинг» публікувало результати. І я от інтересно сравнив, так як це вже 20-е, по-моєму, їх дослідження за час війни. Достаточно регулярно проводят, то есть с чем сравнивать. Например, в марте прошлого года, отвечая на вопрос, сколько продлится война, ответ полгода или более, давали, по-моему, около 10% жителей Украины. Это в марте прошлого года. Сейчас ответ полгода или более дают 2/3 жителей Украины. 2/3.
Из них, причем там из 2/3% 40% говорят, больше года продлится война. Поэтому все уже давно здесь поняли в Украине, что, естественно, это не то, что вот сейчас контрнаступление там в июне, а в июле празднуем победу. Никто не собирается в июле праздновать победу. Кстати, что интересно, распределение по возрастам. Чем старше люди, тем они оптимистичнее смотрят на это. То есть люди постарше считают, что меньше продлится война. Люди помладше, что она дольше продлится. Потому что воевать-то людям помладше. Да? И они реалистично на все это смотрят. Я думаю, в Украине все уже поняли, что нам воевать еще несколько лет, скорее всего. И поэтому нам нужны самолеты, нам нужно все. И все вот это нынешнее контрнаступление, ну, например, мы освободим какой-то кусок или уничтожим какую-то часть российской армии. Но это же не все. Сказал Зеленский, нам понадобится много контрнаступлений. Много, не одно. І це так, к сожалению, да, це так. Ну, власне, так, і голова нашої розвідки, так, Кирило Богданов казав, можливо, я і повторюсь, але він, це важлива фраза, він казав, що якщо нам треба обминути ворога, тому що в нас лінія фронту є стала, вкопана, і очікувати чогось неочікуваного дуже важко. Тому він каже, якщо нам треба зробити так, щоб обманути ворога і тим самим обманути наш народ, то ми, звичайно, що обманемо і наш народ, тому що нам треба обманути ворога. Пане Михайле, я вам дуже дякую за цю розмову. Нагадаю нашим глядачам, знизу буде активне посилання на YouTube-канал Михайла Шейтельмана. Там зараз 168 тисяч, давайте зробимо 200, а чого ні? Ну, клікайте, да. Коментуйте і підписуйтесь. Дякую, пане Михайле. Дякую. До свидания. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в ефірі 24 каналу.